Дашина сестра Екатерина Дмитриевна увезла мужа Вадима Петровича Рощина в Самару к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться. Доктор Дмитрий Степанович Булавин намечал даже точные даты, а именно между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где митинговали остатки русских армий, а солдатские комитеты среди хаоса, предательства и дезертирства тщетно пытались найти новые формы революционной дисциплины. Дмитрий Степанович постарел за эти годы, жил неважно и еще больше разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром, двухведерные, измятые машины, пропустившие через нутро свое целое озеро кипятку. И от старости наловчившийся, чуть только брось в нее уголек, подолгу петь провинциальные самоварные песни. Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюзший и потучневший, с седыми нечесанными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял багровее и говорил: «Странишка наша провалилась, к чертовой матери, войну мы проигрались. Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в 15-м году заключать мирс и идти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили. Тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь, конечно, медицина, как говорится, всем в случае бессильна. Оставьте, пожалуйста. Чем мы будем обороняться? Вилами-тройчатками? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России, японцы Сибирь, мужепесов наших со знаменитыми тройчатками загонят в тундры, к полярному кругу. И начнется порядок, и культура, и уважительное отношение к личности. И будет у нас, Руслан, чему я весьма доволен.